За обед деретесь. Чего вам не хватает? Что она говорит? Мусорте. Махуй тегарап китте. Махуй. Что она говорит? Теперь хватит, пап. Давай, Дашенька, молодец. Спасибо. Махуй. А что я вам махуй? Я с деревни живу. Мулла дал еще мы махуй. Откуда махуй? Тебя вы все так деревни зову. Я ведь всю деревню держу. Эдик с Аделинкой нашли две банки варенья и разбили в дребезги. Ах, умираю я! Иди-ка сюда, подконяжай! Иди-ка сюда! Зачем с этими банками балуешься, а? Так не надо было сапоги их прятать! Зачем там их держат сапога? Куда я должен от вас прятать, а? Куда вы же везде найдете? Зачем балуете? Так и в сапогах же их прятать! Кто варенье в сапогах держит? Ох, Уля. Папа, Аделинка сегодня пришла в 5:00 утра. Где она, Каян? Вот она. Сюда! Зачем так поздно ходишь, Дашенька, а? Зачем в этих коротких штанах гуляешь? Вот кому ты хочешь нравиться, а? Я твои годы 9:00 уже давно спала. Твоя бабушка была, наверное, строгая. Я свою бабушку знаю, строгая. Ох, умираю. Не делись. Иди-ка сюда, иди-ка. Что? Я вчера тебе перед сном сейчас сказала. Сынок, губы трескаются, мне моментом вазелин принеси. А ты что мне принес? Так я моменты принес. Это же дети не вазелин, а момент клей-то принес. Я взяла этот клей. Толстым слоем намазано, внутри рта сперва помазано, потом опять толстым слоем снаружи. Утром встаю, рот не могу открывать, глаза как кукельки стали, целый день через нос чай пила волокой. Я вот со Светкой Рабихой не ругаюсь, нет. Себя голодный чувствую, Касик. Застави. Ничего не могу говорить. Стояла, вот как показала, ушла. Потом кибик спустила. Там тоже ничего не могу говорить, рот не могу открывать. Ладно, на встречу сосед Хасан попался, зубила и рот день открыл. Бабушка, раз не можешь говорить, посидела бы ты дома немножко. Айда, пошли. Сидеть вам все не могу. Кто из вас мой кругом красный перец кинул, а? Это ты, папа! Сам буду держать, рука, не трогай! Давай. Сам буду держать. Зачем туда кинул ты, а? Так я хотел, чтобы у тебя там все микробы погибли! Эх, сынок, если ты не идиот, а? На 83 года накопились микробы, так красный перец, думаешь, поможет, что ли? Я же не знал! Надо знать! О, блин! Пап, эти знают твои ключи с сундука. И каждый день открывает и считает твои погребальные деньги. Ах, это я, а? Что ты там считаешь? Все считаешь? Так мне папа звонит каждый день. Он спрашивает, сколько у тебя там денег осталось. Ах, тебя убить мало, убить. Ах, это я, а? Отец даже всю жизнь тут жил. Ой, Петуху ногу сломал. Ах, ты жулик, а? За
попалась-то? Зачем? Так, он вот к соседским курам ходит, а наших почему-то только топчет. Соседкин не дурак. Отец петух, это свое дело сделал, то домой вернется он. Так я не знал же, не знал. Зачем ногу ломать? Ба-ба-ба-ба! А он, Ханс, захотел поесть куриный бульон. Там ему я куриный бульон, там я ему куриный бульон. Махай, махай, как я тебе скажу? А потом же здесь сижу. Надо было сразу твою папу, как родился, камнем завязать, а как-нибудь затопить. Тебя не было бы бандита. Мама не зря говорила, не будем больше эту бабу-ягу зимой себе забирать. Еще говорила, до 83 лет дожила, нормального мужика себе не нашла. Еще сынок что говорила? Еще, больше ничего не сказала. Вот, все зубы у тебя выпадут, я тебя даже не разжевывать не буду, и кормить не буду тебя еду. А еще что сказала? Еще что сказала? Еще ничего не говорила. Подождите, кормить тебя, да мы сегодня ели, нет, дети? Нет, не говорили, ты нас кормила, что ли? Давайте, мойте руки, сейчас обедать будем, давайте.